Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. В этом видео я разыграю подарки, приуроченные к 50 тысячам подписчиков на моем канале. Так что обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы потом не забыть и участвовать в следующих конкурсах. И в конце видео вы узнаете имя победителя, который получит вот эти монеты. А этот обзор будет про 10 гривен монетой. День памяти павших защитников Украины. Посмотрим эту монету вживую, и я расскажу ее тираж и где можно купить. И еще хочу поздравить Диму Лаврика с тем, что у него на канале 100 тысяч подписчиков. Для нас, блогеров, это показатель, что наши видео интересны для вас и очень актуальны. Сейчас у Димы 99 тысяч подписчиков, давайте добьем эту цифру вместе. Подпишитесь прямо сейчас и напишите вот в этом видео «Привет от Алекса ФК» или «Алекса Фартовый коллекционер». И пишите комментарий также под этим видео. Это всегда поддерживает видео для поиска в YouTube. Ну, давайте перейдем к монете. Эти юбилейные 10 гривен монеты посвящены героизму и памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость, суверенитет, территориальную целостность нашей страны. На аверсе монеты размещена надпись «Украина», малый государственный герб Украины. По обе стороны от герба видите год чеканки 2020, довольно интересно сделано. Ниже номинал 10 гривен. И в центре изображено поле подсолнухов. А справа на поле, как раненый воин, большой подсолнух с перебитым стеблем. Внизу логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Переворачиваем монету. На реверсе монеты изображен большой цветок подсолнуха, который символизирует Украину. Внизу лепесток, который символизирует Крым. Справа два изогнутых лепестка – это символ Донецкой и Луганской области. И надпись 29.08. И по кругу – День памяти павших защитников Украины. Тираж этой монеты – 1 миллион штук. Материал, как вы знаете, сплав на основе цинка. Все десятки новые сделаны из этого сплава. Купить такую монетку можно как на аукционах, так и на встречах коллекционеров. По деньгам она стоит недорого, порядка 15 гривен за одну монету. Ну, также она распространялась через Ощадбанк. Давайте перейдем к розыгрышу монет и узнаем, кто стал победителем. Я этот розыгрыш проводил в прямом эфире в Instagram. Именно там проходят все прямые трансляции. Пожалуйста, подпишитесь по ссылочке в описании. Ну что, поехали? Ну что, почти все комментарии у нас проверились. И... ну что ж, Назар, я видел, что вы написали много комментариев, и эта монета 10 гривен, она ваша. Я поздравляю. Вот что значит желание писать комментарии, желание победить в розыгрыше, но главный приз мы определим среди только авторов. Так, у нас отличный вот такой вот подарок отправится с бесплатной доставкой от меня. Класс. Ну вот видите, и вы сейчас прямо в прямом эфире у нас в Инстаграм. Так. Вот первый победитель, он у нас получает монетку 10 гривен, и он подписан, собственно, на мой основной канал и на канал «В поисках сокровищ ТВ», и подписан на канал Саши. Видите, чудненько, тройка каналов. Вот. И это есть подписка. Давайте перейдем, посмотрим, что это за канал. Мне почему-то кажется, что это тот же участник. Но, как мы видим, условия выполнены. Условия выполнены. У нас есть комментарий. Есть подписка на каналы. Поздравляю, 50 гривен на счет также ваши. Ну что ж, давайте теперь разыграем. Да, да, Назар, ну вот мы видим, что такое бывает, куча. Но теперь, смотрите, в будущем у нас, конечно же, розыгрыши будут только по авторам. То есть мы выбираем только из людей, которые индивидуально написали комментарии. Нельзя будет создавать много дополнительных каких-то аккаунтов, чтобы все было честно. Будем проверять. И сейчас этот розыгрыш будет среди авторов.
Эта монетка у нас будет из серебра. Так, вот мы видим наши все аккаунты. Так, монетка будет у нас из серебра. Это рубль. Вот он наш. 1897 года. Либо 95 года гривна на выбор. Очень ответственно мы подошли к этому вопросу. Выбираем из во второго, выбираем проверка подписки. Тут уже удача, у всех шансы одинаковые, только один комментарий автора у нас будет учитываться. Вот. И если будут какие-то, думаю, двойные аккаунты, даже не знаю, не будем, наверное, принимать во внимание, если человек создал много разных аккаунтов. Вот, потому что подарок серьезный, и мы против любых каких-то накруток, комментариев и так далее. Ну, давайте, друзья, давайте смотреть. Я надеюсь, повезет самому, давайте, фартовому. У меня там тоже мой комментарий есть. Ну, я думаю, если я выиграю, то подарок мы еще раз разыграем. Вот, давайте начинать. Мне повезет. У нас анализируются комментарии заново, полностью анализируются все авторы данного розыгрыша. Ну, прям я сам немножко переживаю, кто же победил. Главное, чтобы он выполнил все условия. Но в будущем, я говорю, мы будем только среди авторов играть. Так что, ну, 1200, 1300 комментариев обработано. И кто же получит эту серебряную монету или гривну 95-го года, у которой рост пика цены был вообще до 1100 гривен. Это просто. Те монетки, ну представьте, тираж 1995 гривны 52 тысячи, но сколько лет прошло с 95-го года. Да, половина тиража просто потерялась, никуда не сложно найти. Так, ну что ж, 10 секунд финальные, и мы сейчас узнаем, кто победитель данного конкурса. К сожалению, список подписок скрыт, мы не видим, выполнили условия. Следующий победитель также, мы не видим список подписок. Ни один канал мы не можем проверить. Давайте следующий. Также, к сожалению, привет во Львов. Гривна 95-го не могу вам вручить, так как не открыты подписки. Фух, ребята, ну что такое? То есть, важно, я написал это отдельным постом в сообществе, в описании к видео, в первом закрепленном комментарии, что это будет проверяться, что важно, чтобы был список подписок открыт. Давайте следующий уже, посмотрите, сколько людей и без списка подписок. Давайте дальше. Также не подписан, не видим мой список подписок. Давайте дальше. Ребята, что думаете? Просто я тоже невероятно. Давайте дальше. Yes. Олег, давайте проверим ваш аккаунт. Я надеюсь, вы подписаны на канал в поисках сокровищ ТВ. Каналы. Олега, я вижу много каналов. Так. И есть Олег. Коваленко, я поздравляю вас, вы, вижу, смотрите активно разные каналы, нумизматические, по копу, это замечательно, вижу, что подписаны здесь, на мой канал также вы подписаны, на Мишу подписаны, очень круто, вы победитель данного розыгрыша, вы получаете монетку на выбор 95-го года или в серебре, и напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм для того, чтобы я мог отправить вам эту монету. Друзья, вот такой состоялся у нас розыгрыш. Я поздравляю победителя. Это просто невероятно. Сколько мы сделали попыток. Все было предельно, кристально честно. И спасибо, что смотрите. Я очень благодарен за вашу поддержку, комментарии и лайки. Я буду снимать для вас
хорошие, классные, интересные видео. Сайт Violity – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров, на которой ежедневно выставляется более 200 тысяч предметов. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Десятки новых продавцов, регистрирующиеся ежедневно на сайте, предлагают сотни раритетов, которые больше нигде не найти. Важнейшее достоинство сайта – гарантированная безопасность всех сделок. Создатели проекта заботятся о безопасности всех пользователей. В магазине Violity вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет вам сохранить ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного. Коллекционируйте историю вместе с Violity. Спасибо, что посмотрели это видео. Поддержите, пожалуйста, его лайком. И до новых встреч в следующем видео. Всем пока!